Лаборатория – это целый отсек со множеством кабинетов, комнат, блоков. Входящего сюда поражает не только обилие новейшего оборудования, но и информатизация всей системы. Получать необходимую информацию в автоматизированном режиме здесь можно было уже давно, но по отдельным разделам деятельности. Но речь-то идет о том, чтобы информатизировать лечебное учреждение в целом, соединив все звенья лечебно-диагностического процесса нашей больницы в единую какую-то цепь, в единую систему. Начать всеобщую информатизацию клиники решили с лабораторной службы, с самого трудоемкого процесса. Лаборатория сейчас – это облегченный труд ее сотрудников при значительном повышении пропускной способности обработки анализов с высоким качеством. Все мы, люди, можем ошибаться. А вот здесь ошибки исключаются в принципе, потому что все анализы выполняют анализаторы. Теперь учет необходимых показателей, их статистическая обработка идут в автоматизированном режиме. Их можно передать по защищенным каналам связи в любое отделение больницы. Это сокращает время как производства анализа, так и доставки его результата от диагностического подразделения к любому лечебному отделению. Сегодня лаборатория способна отработать более 240 видов исследований. К полумиллиону приближается их количество. Мечта же медицинского персонала в информатизации всей больницы. Она, кажется, скоро осуществится. Вообще медицину, да, не только наши, а все медицинские учреждения, конечно, будет, если это будет вообще сказка. Ну а в этой больнице и сказка, и дело делаются скоро, вслед за мечтой. Маргарита Шаинова, Татьяна Шашурина, Вести Мордовия.